Всем приветик, я Инка, я рада, что ты заглянул на мой канал. И сегодня мы будем кушать мой любимый австрийский штрудель. Короче, его покупали в Магните, потому что в Пятерке он не продается, у нас, по крайней мере. Этот штрудель с ванилью и вишней. Я не помню, такой пробовал, нет. На слюни текут, потому что я его обожаю. Какой он сексуальный, как я люблю говорить. Короче, хаваем. Я не знаю, как вы, но я его очень люблю. Сегодня есть или большой магнит. Я думала, там дофига будет выбора всякой шратвы, вкусняшек для мукбанга, все дела. Но был облом. Да, там, конечно, есть что-то, что нет, например, в Пятерочке. Это одна там пять, одна или пять позиций. Все. Я думаю, там сейчас будет раз стенд, два стенд. О. Обломали, короче, жестко. Зато там много вареников. В Пятерочке, блин, у нас обычно их нет вообще. Одни пельмени. Еще очень много выбора мороженого. Я его купила, так как я пока простужена, я его не буду хавать. Но оно прям все разное. Я даже купила мороженое из ТикТока, у которого рожок всегда разный. Я надеюсь, там будет черный. Дрель, чумовой инструмент, только дырок. На сверле в момент. Я, конечно, не уверена, что она, но просто вспомнила эту песню из ТикТока. Проверка. А я еще такое смотрю, погода. 16 градусов. 17. Бабушки спрашивают, а там холодно или жарко? Ну, типа, надевать мне что-нибудь или нет? Она говорит, да жарко. И так, чего? То есть, знаете, для меня 16-17 это вроде прохладно. И чтобы услышать от бабушки, что там жарко, это типа, чего? 16 и жарко? И такая, что случилось? Конец света скоро. Ну, знаете, как там шутки бабушкам всегда холодно, они там напихтели, вот все дела, вот. Я вышла там на туре пекла. Обожаю прогноз погоды. Мне нравится вот эта вот верхушечка. Так, надо кусать и не разламывать. Ну, знаете, он офигенный,
Но я бы ему дала 4 балла из 5. 4 с минусом. Потому что я уверена, 5 баллов я бы дала домашнему какому-нибудь штруделю. 4 с минусом, ну или 3 с плюсом, нормальная оценка. Вот, наверное, очень слышно. Последний. Вовремя, блин, вовремя вообще. Я думаю, вы хорошо будете слышать эту всю фигню. Я, кстати, распробовала его. Мне тоже понравился. Я надеюсь, вы кушаете вместе со мной. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.